Привет, друзья! С вами снова Любопыт, и сегодня, как я и обещал, мы посмотрим на новую концовочку в игре Мистер Мид. Так, разумеется, ставлю сложность легко, и нам нужно будет сдохнуть 4 раза. Ну да, не 5 раз, как в Грэнни, потому что здесь уже меньше попыток. Да, мне вот это немножечко не нравится. Ну хотя здесь есть опция, но это только с интернетом, по-моему. Если ты сдох, то вроде можно посмотреть видео и добавить еще одну попытку. А может, это и неправда. Или надо что-то еще сделать. Я не знаю, как получить еще одну ночь. Было написано в обновлении, что можно еще одну дополнительную попытку получить. Но что-то я этой функции не видел. Короче, ладно. Давайте сдыхать. Порось, ты где там? Хряк. Да ты давай меня убивай. Ну ты дебил. Во, наконец-то. То все мимо да мимо. Так. Опа. Давай иди сюда, хрюндель. Так, ну все, давай. Мочи меня. Чё за... Мочи меня. Вылез. Да... О, наконец-то. Чё-то какой-то долбанутый порось. Так, ну все, это последняя ночь. Сейчас мы должны сдохнуть окончательно. Хрюндель, где ты там? Ага, вот ты где. В этот раз быстро. Так. Опа-на! Ни хрена себе! Вот она, новая концовка. Меня положили куда-то в корыто с соломой, точнее в ящик. А, я понял, он меня сейчас скормит своему хряку, мистер Мид. Эй! Да, и хряк меня съел. Ха, вот что за новая концовка. Блин, ну я думал, если обновление такое с бункером, с лабораторией, я думал, мистер Мид надо мной эксперименты будет ставить в концовке. Или, например, скинет в этот, как его, в колодец с лавой. Ну или хотя бы ванну с кислотой скинет. Я хочу, чтобы такие концовки были. А тут вон какая. Типа он меня скормил своему хряку. Ну, теперь здесь хотя бы больше концовок. Но немножко меньше, чем в Грэнни. Да, Грэнни ему еще одной не хватает. Потому что в Грэнни 4 концовки. Где она отрубает голову, где она скидывает тебя в подвал, где она переезжает тебя машиной и где она сбрасывает тебя в дыру на верхнем этаже. А здесь пока только 3. Где он отрезает ногу, где он скармливает своему хряку, это новое. И какая там... А, и где он тебя забивает. Вот. Ну, на этом, наверное, все. В следующий раз будем играть уже в другую игру. Тоже хоррор и тоже на Android.